Всем привет, дорогие друзья, я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовим что-то вкусное, что-то необычное и, конечно же, по-новому. Готовьте вместе со мной. Со мной получается всегда очень вкусно. Поехали! В первую очередь отвариваем грудинку куриную. Для того, чтобы получилась вкусная грудинка, мы кидаем грудинку в кипящую воду. Если вы хотите получить вкусный бульон, тогда нужно отправлять грудинку в холодную воду. В данный момент я добавляю прямо в холодную воду зернами черный перец, 2 листочка маленьких лаврушки и семян 10-15 целых горчицы. Вода закипела, отправляем мясо. Варим до готовности минут 20. 18-20, в зависимости уже, насколько быстро у вас закипает вода. И, конечно, по объему самой кастрюли. Ну и солить буду в самом конце. В первую очередь понадобится пару яиц. Разбиваем. 4 яйца. Свежемолотый перец. Чуть-чуть соли. Столовая ложка муки без горки. Все хорошенечко размешиваем. Отправил сковородку на плиту, добавил буквально чуть-чуть подсолнечного масла и будем жарить несколькими порциями. Жарим такие вот блины. Обжариваем с двух сторон. Пока остывают наши яичные блины, разорвем грудинку куриную на волокна. На волокно. С мясом закончили. Теперь нарежем лучок. Добавим, так сказать, красок, ну и, конечно же, аромат. Отправляем лучок в миску. Нарезаем огурчик. И начинаем нарезать тонкой соломкой. Отправляем огурчики. Последний яичный блин не очень получился из остатков, как говорится, но это на скорость не влияет. Скручиваем в рулетик и также нарезаем соломкой. Теперь приготовим вкусный соус. Кто еще не подписался на мой канал, второй Шустрый Микс, обязательно подписываемся. На втором канале очень много интересных соусов, заправок и специй. Тут у меня 2 столовые ложки сметаны. Добавляю 2 зубчика чеснока. И понадобится буквально пару веточек укропа. Нарезаем мелко. И добавляем укропчик. Хорошенечко все перемешиваем. Добавляем наш вкуснейший, ароматный соус домашнего приготовления. Ни с каким майонезом не сравнится. Миску, конечно, нужно было взять побольше. Перемешиваю. Кто скажет, что нужно еще добавить соли, без проблем, друзья, добавляйте. Если кто помнит, мясо у нас солилось, яйцо, омлет сам солился.
Поэтому соль не нужна. Ее вполне достаточно в самих уже продуктах. Выглядит очень аппетитно и самое главное, готовится очень просто. На ужин, даже может быть выходной день, на завтрак, полноценный, вкусный завтрак или ужин. Ну что, давайте попробуем. Соус, конечно, этот салат дополнил. Бомбезный. Друзья, обязательно к приготовлению. Очень сочный, вкусный и, конечно же, ароматный. Бомба. Если понравилось, конечно же, ставим лайк, делимся с друзьями и, конечно же, комментируем. Не забываем подписываться на канал. Кто не подписался, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. А также подписывайтесь на мой второй канал про соусы, специи и заправки. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока.